Сегодня, 29 января, в Арборе прошла мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы 2022. Ее победителем стал норвежец Сверре Даллин Аспенс. Он допустил 3 промаха. Серебро завоевал россиянин Петр Пащенко с 5 промахами и отставанием 38 секунд. Тройку призеров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер. Он отстал от победителя на 53 секунды и допустил 6 неточных выстрелов. Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл норвежец Эрланд Бьонтегорд. Никита Поршнев занял 7 место с 5 промахами. Василий Томшин с 7 промахами на 12 месте. Ильнас Мухамедьянов на 24 позиции и Михаил Первушин на 31 месте. Напомним, сегодня также в рамках чемпионата Европы состоится женский пасьют на 10 километров.